начинается второй поединок, первый раунд. Углу Кирима Фонар противостоит ему Антон Скрипнин из клуба «Бояр». Соперники обмениваются ударами, пробивают, понимают, как будет происходить дальнейший бой. Тактика клинч. Рефери останавливает поединок. Друзья, обратите внимание, бойцы в прекрасной физической форме, очень активны. Но это первый раунд, Макс. Это первый раунд, безусловно, но это, тем не менее, видно. Техника бойцовская хорошая очень. Ребята собраны. Пока пробуют друг друга, целая серия опасных проходов была. Но, тем не менее, пока это разведка боем, попытка найти какой-то определенный контакт и способы действия с партнером. Где слабые места, где слабые точки, где он не готов защититься, закрыться от удара, от нападения. Это целая культура, целая наука боя. Она крайне интересна, глубока, наполнена философией. И огромное спасибо Biker Brothers за то, что в рамках сегодняшнего фестиваля мы можем наблюдать эти прекрасные бойцовские поединки. Ошибки обычно сразу наказываются довольно жестко, поэтому разведка, если и боем, должна быть, тем не менее, очень осторожной. Каждый из бойцов обладает огромным арсеналом интереснейших приемов, интереснейших форм, абсолютно, и готов использовать все эти формы против противника. Итак, друзья, первый раунд второго боя. Страсти начинают накаляться. Давайте поддержим бойцов аплодисментами, людей! Итак, друзья.